велосипед. Ну, я все, я не могу с него слезть уже. Но если по нам опять кто-нибудь начнет садить... Да это чей-то велосипед, надо валить отсюда. Это мой велосипед. Ну, наше дело предупредить. Все, выезжайте. Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Шустрила, Джек Шепард и я, Артур. Поздоровайтесь, коллеги. Всем привет. Пора жульничать. Да. Мы находимся около Березино, Березина, или кому как больше нравится. Капец, вы от меня ушли. И Артур проиграл. Короче говоря, ну в предыдущей серии Шустрила мне мороженое проиграл, так что ничего страшного. Я его отбил. Он просто ушел. Короче говоря, мы сейчас все так же ищем запчасти к... Вот, ты посмотри, ты где. А куда мы едем вообще? Так, бросай, короче, это гиблое дело. Давай, давай, сейчас остановись, я выкину свой велосипед. У меня, конечно, в сердце кровью обливается, но... Поставь его в середине, вот там поле, чтобы кто-нибудь увидел и сел. Нет, он никому не достанется, я его спрячу в кустах. Мы едем на Красностав, да? Зачем мы на Красностав едем? Ты сам сказал на Красностав. На Красноставе есть только сам этот найти. Где поляна? Поляна недалеко. Вот сейчас мы едем, отсюда на Дубровку. С Дубровки на поляну. Ой, черт, поляна внизу. Нам не надо на Дубровку. Ты едь по основной дороге и все по ней едь, никуда не сворачивай. Правильно, и мы приедем в Дубровку. Нет, ни хрена. Ну вот сейчас увидишь. Ну я увижу. Поспорьте на мороженое. Что Дубровка справа от нас останется, увижу я. Это верхняя Дубровка. Разница вверх, конечно, тут даже нижняя, но все равно вот, вот на правый поворот на Дубровку идет. А я узнаю эти места. Вон. А вот здесь сейчас заправка слева будет. Вы там были с Артуром. А дальше горка. Вау. Поляна. Короче говоря, мы все так же ищем запчасти к вертолету. Пропеллер гребаный ищем. А по остальному у нас все есть, да? Ага. То есть и скрап-металла достаточное количество. У нас и три лодки стоят. Что, будем заправляться, я думаю? Не. О, я-то серию что-то не начал. Сижу. Ну да. Говорит, я устал серии начинать. Да, и я кнопку что-то нажал. Блин, едем. Там чупа-чупс, видать, издалека. Ага. Да, наш первенький. Что это? Чуп-чупс? Мне кажется, чуп-чупс. Нормально. Я что, ты убить едет, нас решил? Едет. Потом подумал, что это лаги. Я вообще Шустрилю уже доверяю в плане вождения. Походу, зря. Думаю, он нас не убьет, ему можно ничего не говорить. Я убиваю людей. Это мой максимум. Ну, какая-то реклама. Все мы иногда. Убиваем людей. Да. Иногда происходит такое. Давно что-то сегодня не... Но, как бы, мы сейчас только защищаемся. Трактор слева стоит. Кто хочет погадаться вон с этими между деревьями? Зачем? Я хочу. Поехали. Как зачем? А может, гирнуть его? А нет, тихо. Там ничего нет. А и поездить? А черт с ним, с этим трактором. Ну ты, блин, даешь. Ты меня разочаровываешься. А мы на фактуаку. Ладно, все, поехали. Да там, блин, он по-любому чей-то. Не чей-то, он там спавнится. Там... Конечно, чей-то мой. Окей, я даже ничего не знаю. Если там 5 пропеллеров в нем лежит, то я... Ну да. 6. Нет, 5. 6 это уже ты как-то так... В предыдущий раз мы тут были, нас обстреляли, так что давайте будем как-нибудь понапряжённее. Ворота, слава богу, открыты. Все 3 часа здесь мужик сидел, да? Крифт Кинг! Цистерны, буф-баф. Я на ходу выскочил, вот что значит бриткинг. Я пошел на горку. Ох, опять эти, блин, тормоза. Аня, я лучше сяду вообще наверх этой крыши. Я пошел по гаражам. Давай, ты по гаражам иди. А я пошел внутрь. Голубей гонять. Лук, по-моему, даже не изменился. Колючая проволока, кому-то делать нечего. Хотя, нечего дело будет. Зомби такие вышли без палима. Так дождем пахнет. Да, здесь все то же самое. Канистра я вижу. Проще. Зомби кого-то бьют, но это не я. И не меня. И не меня. А кого бьют они тогда? Ну они воздух бьют. А что они орут?
Дураки, это я. Так, я прибавлю звук, пока мы не на машине, mm-hmm. чтобы слышать. Что... Они вышли, fire. Посмотрели на меня и стали бить воздух. Логику не спрашивай, этих событий я сам не понимаю. Это Арн, сынок. Да, это единственное оправдание этой игре. Да здесь так же вот как был, так и осталось. Все. Я помню. Банки ничего. Ничего тут не появилось снова. Я просто проверю место, где обычно. А вот кто-то колючую проволоку поставил, кстати говоря. Да, я же говорю, колючка там была. Да, но ее не было в прошлый раз. Да. Да. Вон, зато канистра появилась. Офигеть. Гаражи все посмотрели? Да. Катушки там, да, всякая фигня? Нет, там вообще ничего такого нет. Ну я вон смотрю сейчас на гаражи, там катушки. Стекло. Ах, корова, ладно. Ящик с инструментами. Кстати говоря, возьму бинты. Тут как-то часть лута... Я слышу мух опять. Как-то часть лута появилась, а часть лута нет. Что-то, кстати, довольно неплохие лаги. Нажимаешь где-то секунд, через 3 только берется. Я пока ничего не брал. Хотя вот только что посмотрел, но не брал. Я бинт брал. Мне же в предыдущей серии зарядили. Punch in the face. Тут? Тут ничего нету. Тут опять это, блин, колючка. Топор. Че, валим, валим, нет? Здесь очень хороший, нет? Сейчас я посмотрю то место, где... Подожди, блин. Вот здесь тонарочки есть. Ох, я нифига не вижу из этих багов. Скрап-метал нам не нужен. Нет, когда вот эта вот колюч-проволока стоит, с ней постоянно проблемы. Ну нет тут нифига. Угу. Стекло. А вот инструменты есть. Это я себе, пожалуй, возьму. Лишним явно не будет. Тулбокс. А тебя разве не было? Нет. Я думаю, у тебя был. Патроны для DMR, но они нам не нужны. А что они тут делают? Ну, просто тут, лежат. Тут, я тут... тебе говорю, сейчас какой-то респ стал идиотический. Да патроны всегда тут спаунят, если такие, ну, в стройках, в гаражах, для DMR, для М-ки. Постоянно такая. Опа. Кто стрелял? Стрельба. Это не мы. Слева нет, на горе нет. Мужик отстреливается. Джон The Revelator какой-то. Не спеши. Вижу, вижу его. Дайте мне время. Ну, ты видишь его на горе? Я могу стрелять. Его зомби. Нет. Он просто стоит. Успокойся. Я гашу. Молодец. С такого расстояния. О, он его убил, Джона. I'm a fucking murderer. I'm a killer. Где он? Да. Он там на горочке лежит. Он мертв. Джон The Revelator. Еще один маньячина в команде появился. Что ж вы злые-то такие? Я, кстати, у него очень мало патронов-то отправил, на самом-то деле. Он так быстро не умер. Вуки, у него снайперка шустрил прям как ты любишь. ДМР? Да. Ну нет, у него была снайперка, я не видел какая. Я просто... Ты же любишь снайперки? Сейчас сбегаем. Что-то он какой-то неаккуратный. Он, возможно, не один был? Возможно. Скорее всего. Если бы он был не один, он бы не отстреливался от зомби. Почему? Отстреливался. Ну мы когда вдвоем бежим, допустим, отстреливаемся от зомби на горе, блин, голый. Ну... Да, вижу, вон из него кровь прям ручьем. Так он вообще рядом, он не на горе, он только на... Я тебе говорю, вот здесь вот, на пригорочке. А, кто уже идет к нему? Я. Зачем? Облутать зачем? Ну ладно, тогда я пошел назад. Бэкпэк у него есть, отлично. У него АС-50. У него есть колесо, у него есть патроны, и этот, короче, у него куча всего есть. АС-50 оставь труп. Борночный себе. Так, откроем его этот. Я на крыше сечу. Угу. А, ну у меня бэкпэки толком-то ничего нет, поэтому я возьму сразу его просто. Нет, смотри, похоже, один был, что ли? Угу. Че он тут один делал? Только не говорите мне, что бэкпэк взять нельзя. Можно. Забрал АС-50 у него. Ты забрал? Я тут сижу, у тебя нету. Вот у меня в руках АС-50. Я про то, что тебя самого нет. Не знаю, не знаю. Слышишь, я взял АС-50, у меня есть и у него есть. Я тебе говорю. Ты меня видишь? Нет, вот перед я тобой. Один сижу. Но у меня вы опыт все отлагало. О, все появились. О, было, там у я жрать захотел.
прибор ночного видения, GPS, дальномер, две бутылки с водой, две канистры, колесо, четыре этих, 5 РНД 12 на 7 99 мм. Надо я из него прямо GPS себе достал и ПНВ достал себе. Какой хороший Джек Шепард. Артур там пока слоупочет вот здесь все уже. Ну да, слоупочет. Мои зрители видят, как он слоупочет. А, ты тоже у него рюкзак взял? У меня рюкзак такой был. Ну, мой респак, Артур, если что. Ну, если что. Если что именно. Ну, просто. Так, все, бежим, три канистры теперь есть. Прости, братья, что я тебя убил. Артур, спускайся, поехали. Окей. Зомби бежит к машине. О, ужас. Нет, он бежит. Выдумт! Стрельба. Какая стрельба? Из горы там оттуда кто-то стрелял одной пулькой. Или это машина пукнула? Машина пукнула, ты чё пугаешь? Не было никаких выстрелов. Ладно, все, я сел. Let's go. Потом все закину в машину. Артура нет. Блин, да тупик. А наверху кто сидит? Наверху сидит кто-то? Это я сел. Наверх машины. Он задавлен. Стой. Вошел. Погнали. Цель непонятна. Как дела? Сейчас выкубали. Cannot fire. Ох уж это громкая машинерия. Давайте, ребята, с какими-то отморозками приходится работать. Валя, что знаете? Я уже сам не знаю, сейчас скажу. Где у нас еще может мейн-роутер быть? В пустошку. Направьте меня на пустошку. Джек Шепард, направляй. Ну что еще сделать? Ну ты же GPS-ер у нас. Пустошка находится... Пустошка это над Каменкой. Далеко. На север. Каменька, пустошка. А, все понял. Ну, а где мы едем вообще? На поляне. Я не знаю, я потерялся. Я сейчас. Сейчас. Ну, не в той кондиции, чтобы что-то смотреть. Типу, кстати, CS50, который помер, респект. Он хотя бы не релогнулся. Ну блин, ему 4 пули хватило в голову. Но я обычно есть такие люди, когда по ним только начинаешь стрелять, они все, эскейп, 4 там, шел, потерял. Короче, едешь сейчас по прямой, все по дороге, будет первая заворотка налево на горку поворачивай. Окей. А дальше все по дороге мы в новую приедем, там, я думаю, ты уже разберешься. Через собор придется проехать? Да. Ну, можно их объехать и на кабанину свернуть. Не знаю, ну смотри, я вот именно то, что нас не отображается на карте. Давайте заправимся. Зачем? Не надо. Я конечно. У нас канистры этих, знаешь, сколько? В глотке. Да. Мы тут, ой, вот. Бензина много еще. Да окей. Все хорошо. Ребята. Да окей, окей. Нам все потом хорошо. Еще канистры, блин, хреновую тучу придется в этот залить, ну это ладно. Ну у нас и так хреновая туча. Да, да, да. Кто-то зажался просто, но не сбагал. Давай, давай. Тут у нас, кстати, этот респаунится, по-моему, вертолет. Нет. А, нет, это не то место. Тут раньше две легковушки спаунились до патчи. Вон там, ближе к коровнику, да? Угу. А теперь после патча вообще никак? Вообще ничего не спаунится. Отлично. У меня больше насчет убойности, конечно. Что там? Мы же по горке едем, да? Да. Пустота. Ой. Ого. Да, этому грузовику урон не идет вообще. Некоторые говорят, я еще не проверял, что можно прям деревья ехать, сбивать и по барабану. Я про то, что у меня ты въехал, я думал, что мы там дальше проехали. А. Грузовичок офигенный вообще. Да, он четкий. Смешной. Самый первый понедельничной серии. Че ты за фигню нам привез? Это поржать было вообще-то.
Давай, что-то. Это что там стоит? Где? Справа. Что-то перевернутое, походу, да. Мне показалось, там под навесиком точило. Выезжаем из бока. Ну да. Типа, если не все еще нас заметили. Да, приедем в Новый Собор на перекрестке. Ну, это пока до перекрестка еще доехать надо. Что, через соборы поедем? Ну, а что у нас получается? Ну, там просто... Ты можешь просто не на собора проехать, а по горке проехать рядом и все. Учитывая, какие тут меткие стреляльщики по машинам, я думаю, мы спокойно приедем. По горке южнее собора ты имеешь в виду? Нет, севернее. Потому что мы сейчас с северо-восточной стороны приезжаем. У меня такая идея про маньяка жесткая, ее еще никто не использовал. Ты только один ее используешь. Я вот после записи вам расскажу, тоже поржете. Это будет эпик. И знаете, я когда снимал это в прошлый раз, я сорвал себе голос. На вертолете к людям, да, и подбирать их? Не, вертолет это слишком жестко для маньяка. Ничего такого, клево. Ну а что, находишь вертолет, где-то за неделю собираешь ему запчасти. Потом подсаживаешь к себе какого-нибудь незнакомца, взлетаешь с ним в воздух, выпрыгиваешь с парашютом и ржешь. Он вертолет лежит. Где? Вернее, стоит. А, точно. Кому что нужно? Не знаю, я бы взял какую-нибудь пушку. Может быть. Дистанага в коробку. Что-то лежит он. Что-то лежит, да. А у меня ничего пока не лежит. Джек пошел. Да, вот. Но мне надо сначала все в машину закинуть. У меня места нет, ну отлично. Зомби заспавнились, я просто их хочу увести от тебя. F and Fall. Они главное так. АН и PSV4. PVS4. Что такое PVS4? F and Fall. Ну короче, когда прицел у него офигенно, у меня нет патрона. F and Fall, АН. /PVS4. Так, что еще? Какие проблемы? А, М14 АИ? Не нужно. Тебя бьет один все-таки, Джек. Сама вам бить. Второй побежал. Еще один. А, нет. Так, тут патрон для ДМР. Ну и все, только здесь этот офигенный FNFAL. А, вот-вот-вот еще. А, это она и лежит. Давай, садись в кузов. Че, не будем брать? Нет. Тут еще М-ка, по-моему. Быстрее в кузов. Знак, отлично. Подожди, мне станок надо взять, у меня места нет. Они тебя сожрут сейчас. Станок. Да не сожрут. Пока не жрут. Да-да, тебя еще не все услышали. Let's go. Нормально так съездит. Я покинул Артура. Да, опять я в одиночку сижу тут. Самая легкая мишень. То сейчас, если по нам начнут стрелять, а зачем мы едем назад? На дорогу выезжаем, во что? Ну ладно. Можно будет просто сразу налево свернуть. Че, если начнут стрелять? Ну, если начнут стрелять, как всегда, они попадут, я просто отъеду метров на 300, вылезу и убью. Ну, возможно, ты же со снайперкой. Ну вот именно. Артур, тебе надо в этой серии кого-нибудь убить. Я мирный, я не хочу никого убивать. Я вообще он того отпустил. Мы тебя заставим. Не надо меня заставлять. Это, что за молот богов? Это лежит дерево. Раз 500 уже вижу это дерево. А ты-то тут почаще меня играешь, по-моему. Должен был знать. Вообще не знал про него. Это крип. О, это мы уже саппорт мешаем. Да, пока, да? Ну, да, в принципе. Вот у второй проселочной дороги можно чуть правее свернуть и вдоль этого поля прогнать. Было бы вообще идеально. Даже вот сейчас уже туда завернуть. В соборах нам вообще ничего не нужно. У нас вот и... Ну, поэтому мы не поворачиваем. Есть, это право Джеку Шепарду. Стрелы ищут свои пути. Оп, в дерево. Нет. So close. Куда? Вон туда сейчас, направо поворачивай. А ты просто едь. По параллельно проходим, да? Да. Сейчас левее возьми и все по прямой пили.
Сейчас на снайперскую позицию заедем. Йоу, привет! Йоу! Ганс да щит. Не, реально подъехать, всех переубивать, побибикать и уехать. И там просто снайпер like такой, pro. Очки не, как было видео. Видео было, на Урале приехали, в Электрозаводск, в Черногорск. Всех переубивали, вот, да, хрена, взорвали школу и уехали. Местные такие, блин, что это было вообще такое? Головорезы. Кто только что посмотрел, да? Некого мерещится палатки. У нас там, короче, наша нычка осталась еще нет. Скорее всего, уже все уже. Тем более, этот сервер, честно говоря, никогда не вспомнил. А я помню, но я все записан. Вот ну, все, ладно. Все, кто по нам стрелял, догадались даже по колесам пострелять. Ну жалко же. Может ну, потом. Уехать захочется. Ну. Не знаю, во многих играх там, когда знаешь, идет момент перестрелки, тебя она по машине сейчас стреляет, ты сразу по колесам гасишь. Но игра бывает этого не понимает и урон не наносит. Она там, допустим, ну, в армии это хорошо понимается. Ты специально сигналишь, да? Периодически так бывает. Побаловать. Не знаю, я уже ловил пулю в голову, сидя в автобусе. Мне понравилось. Стоя. Ну стоя, как бы, да. Сидя в стоячем автобусе. Ну да. Разные вещи. Ну я еще потянулся только к замку зажигания. И пораскинул мозгами. Так, мы в Кабанино приехали. Москву с Кабанина проезжаешь. И потом чуть налево градусов на 40 заворачиваешь и по полям пустышки. Велосипедист! Давай, давай. Мочина! Мочи! Убивай! Я Джек чуть. Смерть ему! Олдмен какой-то. Блин, я кого-нибудь из вас так могу убить, нафиг. В погоню! Он машину. Укатил, по-моему. В погоню! Езжай, езжай за ним, задави его. Я бегу, я не вижу его. Он спрыгнуть мог. Он ушел куда-то в лесочке, да, в машину, за ним быстрее. Подожди, подожди. Так, ты развернулся? Тебе там долго разворачиваться, похоже. Ну, полотенки, что ли, уехал, я не понял. Так, я сзади сажусь. В машину! Их тут миллион зомби, где Джек? Куда Джек делся? Да я бежал за мужиком. Смотри осторожно, он сейчас прыгнет и встретит тебя. У него был ник Олдмен. У него это Олдбайк был. Это я Олдмен. Налево, налево, поворачивай, куда поехал-то? Жду тут... Джека, пока он сядет. Джек? Да я бегу, бегу. Такая атаска, мама. Вы скажи, убить его, убить. Но мы его догоним в легкую. Вы же видели в начале серии, как они от меня ушли на... Старый сапор поехал, черт с ним. Ну блин, ну... Да негодяй, его не так. Он вовремя успел. Заметили, я только что говорил, что я миролюбивый. Дави его, дави! Убивай! Убивай, бочи, руби, жги. Надо было мне прилечь. А это что тут стоит? Ребята, слева! Че? О, хорошо. Вот. Так, тихо. Так, да, он еще и починил. Джек, у тебя граната была, насколько я помню. Ну ты хочешь это сделать. Здесь, о, патроны СД, чейзет, колесо, куча зомби, еды. Зомби заспал. Мейн ротор ассембли. Да, миссис вид, ребята. Закидывай, поехали, зомбаки сагрились. Кто-то кончил, по-моему, да? Давай, давай. Машина на ходу вообще. Бежит в гиле. Заходит со стороны. Я вот этот. Где? Артур, точно инфу. Где? Стрельба. Убивай. Ты убил? Нет, он под деревом лежит. Он уходит. Да. Да, где? Да по мне здесь постреляли. Меня, по-моему, Артур меня ёбнул, да? Ты живой, нет? Ну, ты меня неплохо так зарядил. Спасибо. Ну, что ж поделать. Где мужик-то тот? Перевязываюсь, мне кости оттуда сломал. В коровнике никого нет. Ты загрузил ротор? Ничего я не успел, говорю тебе, блин, стрельба пошла. Куда я буду грузить-то? Кто-то бежит. Я...
Я внутри он... этого. По мне стреляет. Он Артура бьет. Я его, по-моему, я его убил, да. Барракуда. Убил? Это барракуда, это был супер турбо барракуда, который топовый был. Артур, нет! Ну как обычно. Так. Ну ладно, это мне месть за то, что я тебя пришитил. Я кончил его, слышишь, я его кончил. Где он? Так, вещи мои сгружайте в машину. Он сразу в релок, он в релок. А! Че? Их тут много, они стреляют. Люди? Нет, барракуда ливнул. Слышишь, Джек, у меня нет ног, уезжай, все. Для меня все кончено. Может, я убью всех? Зачем ну, тебе это? Может, и убьешь. Может, и убьешь, а может, и не убьешь. Для нас сейчас главный мейн-ротор. Мейн-ротор, мать ваша. Это ребята. Его машина. Это была его машина 100%. Ну, запомните все, вот этот топовый барракуда, который 749 килов, как только по нему попали, тут же в релок. Как моментально, понимаешь? И вот такие вот ребята играют, Дейс. Блин, Артур, ты меня вообще напополам сломал, если честно. Ну, я виноват, я знаю. Че ж пойдет? Я тебе еще и мороженое. Джек, я еще жив, я в конюшне. Ломайся уже. Не связывайтесь с нами, ребята. Не надо. Если серии 50 назад еще как бы. Ох, этот Черногорск, я ненавижу. Сработать и теперь это не меня. Одно мне греет душу, что он сейчас на сервере, и он пропал из топа. А это значит, что его не откатило до того момента, когда он еще живой. Да, это значит, что его согнало с пьедестала, и теперь мы там будем царить. Да. Я нифига не вижу с этим артефактом. Мы тебя уже в топ-3 выкинули. Нам одна коробка. Еще бы что-нибудь все, наконец-то полностью сломался. Сейчас мы уже надежно и потом в черно. Приезжаем. Сломал стекло полностью. Я ломал стекло. Я в куртке. Так, нам воды не надо набрать? Да нет. Фляжки вроде полные. Нормально все. Угу. А все потому, что водитель заметил, что там что-то неладное стояло, кусочек чего-то. Я-то, например, вообще ничего не увидел. Я сидел такой, ну чё, кого? Вот видишь. Потом оба машина. Оба. Я взял 5 кусков крови, 5 пакетов крови, 4 морфина и 4 болеутоляющих. Классно. И болеутоляющих у нас много, так что можешь их не так много брать, а вот... Кровь и морфин по-любому. Ну, все равно пригодится. Да. Так, ну и все, я выхожу отсюда, вы там далеко? Да мы уже близко. Я думаю так. Даже не знаю, что мне еще брать. Да, в принципе, все. Я сейчас я на дорогу вообще выхожу. Все твои вещи взял. То есть там компас, спички, все, что... Все, что было, я сейчас тогда пока дороги обсудим план действий. Так, идем, берем лодку. Берем лодку, заканчиваем серию, доплываем до острова и уже чиним все это в следующей серии. Прямо так? Да, ну то есть мы все вот это вот, все, что у нас есть, все, блин, все добро. Тогда у нас будет 3 серии на неделю, а потом что еще, на следующую будем снимать? Ну мы и жесткие. Ну нет, может просто побольше на этой неделе. А я что сказал? Я еще в самом начале сказал, давайте как-то так... Нет, ты чё, блин, как время получится? Уже, мы 3 серии только пишем. Ну, может 4 серии на неделю будет, ничего страшного. Наоборот. Ну, серии на неделю, просто потом слишком устаревать это все успевает. Это да. Так, что я могу сказать? Я, короче, выхожу, осторожно, черно кто-то стреляет, возможно, меня сейчас шлепнут, но вроде как я убежал от них. А ты куда мы бежишь? Уже почти подъехали. Я бегу к дороге. Артур, я сейчас мимо стройки пробегаю. На американском серваке встретились оба у ангара и побежали. А ты около больницы, которая рядом с красными домами? Я уже вышел из города, но был около которого факторки. А, понял, все. Мы въезжаем. Сейчас я выхожу из обычного выхода около побережья из Черногорска. Я понял. И беги в пригородке, где ты начинал. Понял, мы тебя там подберем. Угу. Че, может сразу налево? Нет, прямо, по дороге. На шифте, если че. На шифте, да. Ой, FPS скачет, ой-ой-ой, если мы врежемся... Давай то... руль. Давай. Бэксит. Короче, коряво так получилось. В основном мои ошибки первые, это то, что я не знал, что вы там побежите. Ну, и, конечно, то, что пострелял. Ты чё, ты только сказал, что там кто-то есть, мы вдвоем выскочили и рванули, шустрил слева автобус. Шустрил слева. Нам надо если кто-то выдвигается, говорит, что я пошел туда, потому что я вас, блин, ну одного чуть не убил практически. Ну, блин, ты же знал, что он в гилле, правильно? Ну, мало ли, он не один там может быть.
Просто, ну, короче говоря, это все еще оттачивать нам, похоже. Не пишется. Так, ну что, мы сейчас уже будем в пригородках, Артур. Знаете, как мне обидно было, когда увидел, что Барракуда мертв, и через секунду Блэк Уфа мертв. Да, я тоже офигел. Такое было счастье, и потом сразу... Потом мне стало обидно, когда Барракуда начал активно закапываться. Кто начал активно закапываться? Барракуда. Ну, в релок ушел. А, ну понятно. Скоро надо будет заправить уже. Где там Блэк? Я думаю... Я из Черногорска вышел. Сейчас пробегаю мимо того лесочка, где, помнишь, машина в предыдущей серии понял, прятали. Понял, мы рядом с ним тоже. Главное, эта подружка бежит, но она меня не сильно беспокоит. Я думаю, нас на нашей дороге бежишь? Да. Мы с диска выехали. Сейчас будем въезжать. О, заяц прямо на дороге стоял в полный рост. Да, харе. Вон, я вижу вас. Утиный заяц. Вон, да, ты бежишь. Ты с приятелем? Все, я один. Крови взял пару пакетов? 5. Да. Шустрил, вылазь, он тебе крови перелет и поедет. Да сейчас, в Черногорск. Да тут а нет никого, его посмотрел. Да, я его убил. Маньяк с топором. Артур, бери снаряжение всякое из машины. Давай уедем сначала отсюда. Да, давайте там встанем на берегу, где точно такое же палево, как здесь. Там не Черногорск, успокойся. Здесь гора, здесь уже не Черногорск. Оп, насквозь, оп. Аж камера приблизилась. По нам стреляли, нет? Нет, это пух-пух-пух выстрелы были. По машине. По нам это взрыв был? Нет, это шустрило чихнул. Хорошо. Артур, наверное, не мог мечтать об этом, когда начинал видео с ним, да, что вот так вот один раз умрет, за ним сразу приедет машина с суперским хабаром, заберет его в течение 5 минут. И на вертолет отвезет. Да, и отвезет на вертолет. Артур сидит чисто такой, о да, видите. Я уверен, у Артура много зрителей, которые могут себе это позволить. Чё? Я вообще там. Ну, мне, например, в ЛС приходит много сообщений там, туда-сюда. Давайте там. Если тебе надо вертолет, да, машина, там, все, что хочешь. Это у меня, Артура там, наверное, вообще... Я все равно умру, ты меня прикончишь сегодня или никогда. Что ты делаешь, слабак? Да. Убежала. Нет? Ты задавил ее? Нет, он убежал. А вон с нас, убийца. Зачем ты снова к ним приехал? Давай, мочи меня, не будь слабаком. Прикончи меня, давай сделай это, ну. Давай. О, да. Как? Пец, она до сих пор катится. Все уже. Я думаю, если меня пригласят в игру озвучить второго, я соглашусь. Проклятому гаду. 7 рубликов дал. Так, ну у нас итог по серии. Джек Шепард, одно убийство, Шустрил, 2 убийства. Или прям одна смерть. Как обычно. Сломанные ноги. Неделя прошла не зря. Мороженое. Угу, да, мороженое. А тут только что-то тут блатно. Так, еще одна смерть. Да, оставил. Да-да. Еще одна карта. Блин, реально смерть разминулась с тобой буквально на полсекунды. Если Барракуда запрыгнулся... С тобой на полсекунды? Я в последний момент понял, что это ты. И если бы еще я на полсекунды держал подольше курок, самое-то прикольно, нас сейчас было бы двое, да. Синим лицом. И там денег пишется. Муфляжа. А ты честь там? Подожди, нам только что сигналил кто-то, вы не слышали? Нет, тут на улице было. О, смотрите, там бежит кто-то. О, боже мой, кого же я вижу? Молодой человек, не хотите прокатиться? Нет, все, он увидел нас. У него что-то есть, он сейчас оружие играет по нам. Вот дурак. С пистолета, прикинь. Дурак! Как Шварценеггер говорит. Russian. Русский глюки, да? Дурацкий русский. И вот мультик. Он, по-моему, этот кирпичный завод открыл, когда мы проезжали мимо. Да не, он наоборот просто пистолет начал доставать. Ну да, с перепуга. Господи. Омагад. Надо, да. Сели с рестлингом на раз. Омагад. Офигенный грузовичок. Отличный просто. Он уже столько с нами преодолел.
А Урал все равно лучше. Не, Урал говно. А мне оффроуд нравится. А мне нравится велосипед. Велосипед, да, это самая лучшая машина в игре. Моя любимая машина — это Волга. Актер тут это, да? С Волгой можно стать. Resident Evil Operation Raccoon City. Мороженки какие там? Замороженный сок. Замороженный сок, да, и любимая машина Волга. Не, я на самом деле не очень жаль, мне очень жаль людей, которым не нравится замороженный сок. Ребята, искренне, примите мои соболезнования. Что такого? А мне нравится, кстати говоря, замороженный сок. Просто я считаю, что... Кислый и вкусный. Я считаю, что пломбир — это мороженое. А замороженный сок, я считаю, это не мороженое, это какая-то фигня. Сок. Это замороженный сок. Вот именно. Ну, я не могу сказать, что он мне не нравится. Ну, на палочке. На палочке. Просто если у меня будет выбор, то я куплю пломбир. Да, но он такой липонький. Липонький. Вот по-хорошему счету, Севастополь, курортный город, должно быть много мороженого. Хер, я не могу найти замороженный сок у нас в городе. Я сижу и варю его дома, как мед, да? Да. Американцы дома мед варят, шучу, мороженое. Короче! Прям по горке давай. Чё ты тут между чё ты уезжаешь? Новый этот, что ли, да, наш? Я сделал новый проход. Да нормально всё. Давай, так, ну и чё, давайте на этом завершать, наверное, эту серию. Не-не-не, сейчас мы отремонтируемся, зальём мне крови, и вот я там просто лесок знаю классно. Барашка. Козочка. Ну, вот заметьте, сколько мы ездим, сколько мы врезались, энджин вообще даже не по космосу. Сейчас прикиньте, едем, поворачиваемся направо, и вертолет взлетает. И... Может, попробуешь елочку шибить, все равно мы эту машину сейчас такая, тут оставим. И такая голубая мечта сразу так. Нет, всем выскажешь, по нему. Просто даже не купаться. Давай, давай, давай. Давай теперь большую. Давай, да. Во. Вода такая. Ай! О, мне больно. И мне тоже. Меня здоровье убавили. Так, все, намек понят. И колеса покончились. А это елочку. На. Получай. Серьезно, сейчас вертолет начнет взлетать. И не начнет. Единственный человек, которого собрал, был этот релогер, и он умер. Я направо вон туда, он глуш. А его пропеллер у нас. Так в этот лес я и ехал. Мы отсюда заплыв делали до вертолета. Вот когда-то. Отсюда вот я плыл. Вот прям вот где мы вот, сейчас, да, я да, отсюда да, плыл да, туда. Кстати говоря, дорогие зрители, с последним патчем почему-то оружие не упадает. Поэтому, когда вы спрашивали там, в понедельник, как вы выбрались со своего острова необитаемого, мы просто выплыли с ним. Друг друга, да. Ну. Так что, может, поплывем тогда? Ну, на машине давай. Колеса тебя починить нужно сейчас? В горизонтальное положение развернулись, как воздушные подушки использовались. А что, ты далеко поехал? Вот отсюда прям можно? Да, так не, я с самого удобного места сейчас будем заплывать. Я просто еще хочу сховать этот Урал. Ой, ну вы поняли. Я же говорил, Урал лучше. Сховал. У маяка. Да, тут маяк никто даже нет. Так, все, отремонтируйте. Так, ремонтируйте, все. Брата. Тебя ремонтируют шестрила, я лутаю что-нибудь. Так, шестрила. Старила. Сначала-то. А ты, блин, ты у меня после перезахода вы рубашками поменялись, пока меня не было, что ли? Да. Да, успели. Так, тихо, не шевелись. У меня почему-то нет GIF Blood Transport, все наконец. У нас все-таки есть одна канистра пустая. Шустрил, говорил, нам на 15 канистр, у нас 14 полных, а одна пустая. Нет, 20 литров, что же мы будем делать? О, цветная игра. Я отнял, я прибавил. Это да, это. Да, так, теперь я забираю оттуда свои вещи. Давай этот, у тебя полный рюкзак, нет? Я тебе сложу туда кровь, пока. А, сложи его в машину. В машину сложи. Но мы же эту машину сейчас оставим. Потом, правильно. Мы все это сделаем потом. Но вот это я дурачок. У меня все это время в инвентаре была сумка крови. Ну ладно. Знали, мы знали. Ничего нового не открыли. Кто это? Вы мать. Вы... Кто стрелял? Ну это как бы мой выстрел был, но я не виноват. Я искренне не виноват. Поэтому. Там сзади просвистело. Искренне. Ну да. Ну да, в этой серии Джек Шепард убил человека ни за что и ни про что. Я чуть не убил человека ни за что и ни про что. Гонзагла нашего дорогого. Я вообще в последнее время люблю. Это мне в комментариях не применут. Но тем не менее, я из лучших побуждений. Нет, ну я думаю, мы отработаем это, то, что взаимодействие в команде, потому что нам просто, я не знал, где вы находитесь, и на шевеление стрелял.
Короче говоря, в следующей серии, я думаю, мы полетим на вертолете, если все будет хорошо. Как бы там ни было, главной части у нас все есть. Это будет уже четвертая серия за неделю. В общем, надеюсь, вам понравилось. С вами были Джек Шепард, Шустрил и Артур. Всего хорошего. Гонзагло прощается с вами. Всем хороших выходных. Пока-пока-пока.